же произошло вчера? Значит, ребята забронировали отель через Booking очень-очень давно. Отель Palmyra Garden Park. 4 июня ребята расписались, у них была официальная регистрация брака, и невеста отдала паспорт на смену. У нее осталась справка о том, что паспорт ее меняется, и с этой справкой можно спокойно везде перемещаться. В итоге невеста приехала заселяться в отель Palmyra Garden, и Palmyra категорически отказалась заселять молодожену, сказала, что справка — это не документ. Ребята просто пробыли, наверное, в отеле в этом часа три, потому что сначала они сами пытались вести переговоры, потом они позвонили мне, я стала вести переговоры с этим отелем. Девушка, понимаете, вот уперлась рогом, называется, вот ни в какую, нет и все, нет и все, нет и все. В итоге, ладно, мы решили найти другой вариант отеля. Я позвонила в отель Милан, спросила, заселит ли она со справкой. Нам сказали, конечно, без проблем, заселит, вообще никаких вопросов. Я открыла законодательство Российской Федерации, в итоге вычитала, что можно заселиться и со справкой, и с заграничным паспортом, потому что нам отказывались и с заграничным паспортом заселяться, понимаете? Я стала вести переговоры уже с парнем, с каким-то с мужчиной, говорю, так, да, здорово, говорю, смотрите, разговор у нас сейчас записывается, то есть вы отказываетесь заселять наших молодоженов, правильно я понимаю? Такой сразу, одну секундочку, отключился, как только услышал, что разговор записывается, одну секундочку. После этого я сказала о том, что передо мной сейчас документ, где написано, что заселение возможно при таких-то документах в наличии. Одним словом, парень этот попросил прислать на почту справку и попросил отправить паспорт, старый паспорт невесты. В общем-то, я это и сделала, отправила старый паспорт невесты, справку, и он сказал нам, окей, хорошо, я вас заселю. 3 часа переговоров. И он такой, окей, хорошо, я заселю. В смысле, хотела я сказать, понимаете? Ну, то есть, в итоге, ребята, так как бронировали через Booking, они звонили в параллель выясняли с Букингом эту всю историю. Букинг тоже в шоке от того, что такая вообще ситуация произошла. И Букинг отменил бронь ребят с возвратом средств. И когда они пришли, когда уже мы с ними договорились, что их заселят, они подошли к ресепшн, и, значит, ресепшн им сказали, что, к сожалению, заселить уже не смогут, потому что Booking отменил бронирование, а новое бронирование они делать не будут, потому что они не хотят себя подставлять. Короче говоря, деньги им вернули, и они поехали в отель Милан, где их с распростертыми объятиями встретили и заселили. Причем, знаете, я понимаю, если бы это были бы там номер на сутки, да, и какой-нибудь стандартный номер, ну, слушайте, ну, люкс, ну, ребят, ну, люкс, причем реально не, ну, как бы, не дешевый, не дешевый люкс. Два номера, недешевых, на 2 суток, и вот такая ситуация. Ну, в итоге ребята спокойно уехали в Милан, сняли себе номер с сауной. Мораль всей басни такова: всегда берите паспорт, это раз, и второе, заранее обязательно звоните и спрашивайте, заселят ли вас со справкой, если вдруг вы уже отдали документы на смену. Корнева Ирина.